В Тюменской области не хватает детских стоматологов. Всего в регионе с этой специальностью работают не больше 20 человек. Остальные – врачи общей практики. Эту проблему обсудили сегодня доктора на научной конференции, которая прошла в медицинском университете. Специалисты отмечают, что профессия сложная. Эмоциональная нагрузка на детского стоматолога падает как ни на какого другого врача. И доктора, и выпускники неохотно идут в детскую стоматологию, потом она менее доходна, более трудоемка, более кропотлива, особенно с сложности в диагностике. Тюменские специалисты поделились опытом с коллегами из других районов области. Они рассказали, как диагностировать травмы зубов у маленьких пациентов и о новых способах лечения.